Где второй? Я не знаю. Но знаю, где он будет. Где он всегда оказывается. Если доктор все еще доктор, он будет у меня за спиной. Я права, верно? Пожалуйста, Господи, скажи, что я права. Здравствуйте, ржавые роботы из древних времен. Благодарю за бесплатную информацию. Девушка 5 футов ростом и в слезах. У вас не было шансов, прекрати. Это ваш источник энергии. И хотя он слабый, я могу взорвать весь этот зал, если увижу то, что мне не нравится. Включая караоке и мимов, так что не рискуйте. Видишь, Клара, вот так надо маскироваться под дроида. У меня не было времени. Меня вдруг бросили. Сожалею. Нет, не сожалею. На адреналине это прекрасно. У вас не было шансов, сэр. Нельзя контролировать помешанную на контроле. Я не помешана на контроле. Да, мэм. Почему ты пришел? А почему ты пригласил нас? Объявление в газете. Это ведь ты его разместил. О. Ненавижу ошибаться публично, этого никогда не забудут. Клара, скажи это слово. Какое слово? Сигнальное, без которого тебя сюда не отпустили. Я не хочу его говорить. Я уже сам догадался. Джеронимо. Сложите оружие и стойте смирно во имя Британской империи. Стракс. Извините. Я же тебе говорила, иди по лестнице. А вот и кавалерия. Я сжег древнее, прекрасное создание ради дюйма зрительного нерва. Чего, по-твоему, ты добьешься, человечек? А ты, Вастра. Мы с максимальной осторожностью вывели из строя всех наверху и... вызвали полицию. Секунду. Она вызвала полицию? Мы никогда так не делаем. Надо поспешить. Видишь, можешь нас убить, но твой ресторан все равно закроют. Вот это уже лучше. Тогда мы вас уничтожим. Нет, не уничтожишь. Ты логичен и сдержан. Ты убиваешь, чтобы выжить. Ты не убийца. Он не убийца. Это же скотобойня. И чем этот ресторан отличается от других? Насколько я помню, ты не вегетарианка. Все кончено. Убив нас, ты ничего не изменишь. Зачем это все? Чтобы найти землю обетованную. Тебе миллионы лет. Пора бы понять, ее не существует. Я ищу потерянный рай. Да, и что ж, я тоже, но не найду, не доберусь. Я доберусь. Доктор! Я улечу в аварийной капсуле. Уничтожьте все, что нужно. В аварийной капсуле? Кораблю миллионы лет, она не взлетит. Она была восстановлена. С помощью чего? Тебя. Всем занять оборонительную позицию. Доктор, он уходит. Твой друг умен, он поймет, что не надо меня преследовать.